Перед Афганистаном я проходил службу в воздушно-десантной гвардейской дивизии в городе Витебске и был в числе первых, которые в 1979 году десантировались в Афганистан. О нас не говорили, о нас не писали, о нас молчали. Тоже в декабре на Западе не новость, и вымокший насквозь швартуется десант. У каждого в душе тревога может робость, куда же бросят нас, в Ирак или в Иран? Такими и были наши предположения, что мы летим в Иран, как Сергей поет, вот, куда же бросят нас, в Иран или в Ирак. Мы были уверены, что Иран. Потому что последние несколько недель замполита промывали нам мозги тем, что рассказывали об отношениях Соединенных Штатов с Ираном. Американский авианосец Китти Хоук заходит в Персидский залив, отношения осложнились и прочее, и прочее. И уже когда мы расположились в Ташкенте на аэродроме, вот наш батальон был почему-то на гражданском аэропорту. Вот там откуда-то расползлась информация, что впереди Афган. Вот это фото как раз из Ташкента, вот это наши самолеты Антеи стоят. Это фото реальное, фото нашего бойца Сергея Воробьева. Это реальное фото, не постановочное. И это как раз наш батальон стоит. Но опять-таки узнали, что летим в Афган. Но для чего? Понятия не имели. Зачем мы туда летим? Хотя все начиналось, конечно, не в декабре, а гораздо раньше. Начиналось это еще весной, когда приезжали в полк представители какого-то подразделения для того, чтобы набрать себе бойцов среднеазиатских и среднеазиатских республик для какого-то, значит, создания какого-то батальона или что-то, который будет выполнять задачи в Афганистане. Мой взводный хотел туда было пойти, да, как он говорит, физиономия-то у меня неподходящая, не взяли. Вот, но об этом позже.